В Коми 9 сфер с острым дефицитом работников. И самая сложная ситуация в розничной торговле. Здесь на одну вакансию приходится не более одного резюме от кандидатов, сообщает сервис по поиску работы ХХРУ. Близко по остроте кадрового дефицита сфера медицины. Два резюме на рабочее место. И область автомобильного бизнеса. 2,4 резюме на вакансию. Проблемы с активностью соискателей и в сфере продаж. 2,5 резюме на место. А также в сфере страхования, транспорта, рабочего персонала, строительства и туризма. Однако есть в республике и такие сферы, где найти работу непросто из-за крайне высокого уровня конкуренции соискателей. Так, на одно место маркетологам приходится свыше 40 резюме, а в сфере искусства и масс-медиа 39 и более претендентов на вакантное место.